Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистиллье. Сегодня я спешу поделиться с вами своей радостью. Ко мне тут приехала наконец долгожданная бочка, посылка с бочкой. Вот дистиллятровый бочонок, который мы вместе с вами сейчас будем открывать, смотреть, что там пришло, комплектацию и все остальное. Ну что, приступим? Бочонок здесь должен быть из украинского дуба, обожженный, с подставкой и краном. Сейчас посмотрим. Итак, что мы видим? Вот он наш долгожданный бочонок, симпатичный. Упакован в пленку. А вот здесь что-то вот еще вложили. Вот что-то там металлическое, какая-то еще примочка сделана. Называется Бонпос, я так понимаю, фирма производства. Вот. Так, здесь вот еще вот такой пакет. Это подставка. И кран, насколько я понимаю, с крышкой. Заглушка. Все. Вскроем. Вот такая вот добротная подставочка, очень хорошо сделана. Аромат прям. Да, ушечка такая большая, вот кран. Так, открываем бочку. Здесь вот такая памятка симпатичная. Почитаем, что написано. Итак, производство Бонпос, это Украина, Черкасская область. Черкасская область, ну, дальше я там это почитаю, дополнительно вам расскажу. Значит, я когда заказывал, мне просто было сказано, что это производство Украины. Вот здесь, видите, написано, дубовая бочка, 10 литров. Так, вот так вот она выглядит. Ну, сделано все хорошо, все подогнано, все клепочки, все ровненько, все четненько. Все, все очень даже неплохо. Ну, не знаю, пока мне все нравится. Никаких сколов, никаких ударов, ничего такого нет. Бочка не вощеная, то есть это, наверное, нам потом как-нибудь предстоит, пока, наверное, вощить не буду. Вот, сейчас ее буду заливать водичкой. Вот так она будет смотреться у нас на подставке. Крышки я все эти пробочки хочу поменять. С
сразу на пробковый. Вот. Ну, экран также, я думаю, что на самом деле поменяю, не буду этот использовать. Может быть, только для разлива. Потому что кран пластиковый. Кран пластиковый с покрытием. Вот. Я, может быть, только для розлива буду его использовать, а так либо просто будет пробочка там, либо приобрету потом из нержавейки кран. А давайте посмотрим теперь, как выглядит внутри бочка. Здесь там подсвечиваю внутри. Видите, она обожжена, но я так понимаю, только технологический обжиг для того, чтобы клепки согнулись. Ну, там видно, что от сверления попала стружка туда, и вот посерединке, видите, обожжено. Торцы, видите, не обожжены чистенькие, а середина обожжена. Это технологический, я так понимаю, обжиг. Хотя вроде говорили, что средний обжиг. Ну, может быть, это и считается средний обжиг, что она не полностью обожжена. В принципе, на сегодня все, что хотел вам показать. Ждите продолжения, дальше все будет еще интереснее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. До новых встреч!